Эй, кожаный мешок, чуть-чуть фабрики не желаешь? Привет, долбатрончики! Ну что, ждете базу 17? Я жду. Сегодня будет гайд, он же руководство по игре Факториво. Как включить сетку? Сетка — это такая штука, клеточку, которая позволяет вам строить базу ровно и квадратно, и перпендикулярно, может быть даже параллельно. Чтобы включить сетку, можно нажать старый добрый способ. Shift плюс большая кнопка посередине. Хопа, и у вас сетка появилась. Вот сетка на экране. Но этот способ ставит игру на паузу. Пауза — это неудобно, потому что нельзя по базе кататься и ползать. Чтобы сделать по-нормальному сетку, есть специальная кнопка от разработчика. Называется она F4. Нажимаешь F4, слева будут галочки. Есть специальная надпись «Show Telegrid». Нажал ее, и появилась сеточка. F4, и все. Ползаешь с сеткой и строишь как надо. Но если ты не хочешь, чтобы всегда была сетка, опять нажимаешь F4, снимаешь галку и делаешь следующее. Есть вкладка «Debug». Нажимаешь сюда, указываешь «Show Telegrid». То же самое. Можешь указать FPS. Тут, кстати, слева тоже можно указать FPS. Тогда FPS появится в угле здесь. Все, нажал на вкладке «Debug», «Show Telegrid». На вкладке «Always». На вкладке, а не на прокладке. «Show Telegrid» нужно убрать. Теперь F4 закрыл. И сейчас, если нажать суперсекретную кнопку от разработчиков, F5, у вас появится сетка. Все. Теперь F5 выключит сетку. F5 включит сетку. И опять выключит. На этом все. Понравилось видео? Ставь лайк. Гомосексуалист? Ставь дизлайк. Посмотрим, сколько вас. До свидания.